Ребята, я нашел универсальную насадку. Вдоль водоема растет черный боярышник. Он поспел сейчас осыпаться в воду. Обалденно. Косточки такие кисленькие. То, что надо сейчас по сезону. Я думаю, мы добавим его в стики. Так. Надо подготовить тычку. Для нашего удилища. Будем аккуратно подбираться. Рыба очень осторожная. Но в корягах. Боярышник. Нам поможет боярышник. И iPhone 6s. Извините. Алло. Здравствуйте. Да-да. Извините, друзья, работа. Хотя мы забрались очень далеко, но тут есть сотовая связь. Итак, я продолжу. У нас есть тычка под удилище, закамуфлированная. Ни один, даже самый осторожный карп не догадается, что это тычка. И есть боярышник, черный боярышник, спелый, который послужит нам добавкой стики. А может быть, мы даже на него половим. Посмотрим. Но мы накатали специальных бойлов соус для дикого карпа. Будем подбираться к водоему. Но очень тихо. Друзья, это не все. У нас еще есть шиповник. Красный шиповник. Мы его будем использовать, половинку шиповника мы будем использовать как шляпку к соусу, как поп-ап, чтобы осторожный дикий карп не заметил подвоха и взял. Раз на берегу растет шиповник, значит, и будет клевать наш шиповник. Кстати, этот водоем нам... К этому водоему нас привели дикие пчелы. Мы шли за ними долго очень. Они летают сюда на водопой. Друзья, за моей спиной этот секретный водоем. В недоступных местах он находится. Мы шли сюда несколько дней. Как все сталкеры, мы выследили нашего дикого карпа по пузырям. Сейчас их не видно, но пузыри появляются все время возле той коряги. Но мы сделали дорожку из бойлов. Мы сделали дорожку, чтобы поймать его на коротке. Нельзя уйти. Нельзя дать уйти ему в коряге. Если вам повезет, вы, конечно, увидите выходы не карпа, конечно, а пузырей. Если у вас хватит опыта оценить размер дикого карпа, вы увидите, что это не крупный, но очень сильный карп. И очень дикий. Вот, смотрите, он уже здесь. Видите это? Он подходит. Сегодня мы подкрадемся к нему еще максимально близко, чтобы показать вам его. Но сначала мы установим тычку для удилища. Вы видите тычку? Нет? Она есть. Настолько она замаскирована. Это будет нашими добавками секретными. На одном месте нельзя долго засиживаться, чтобы карп не засек вас. Поэтому мы пока покинем это место. Оставайтесь с нами.
квалифицировались на охоту. Все дело в том, что я всю ночь думал, откуда в таком высокогорном озере может появиться дикий карп. И понял, что его могли перенести только утки на своих лапах. Наверняка икру. Если бы у них были бы когти, они могли бы карпа перенести. Но икру. И меня осенила такая мысль. Я вдруг подумал, что помимо боярышника и шиповника есть более интересные насадки. Но их найти очень тяжело. Но мы все-таки раздобыли. Мы раздобыли. Посмотрите, это, конечно, очень похоже. Не находите, что это очень похоже на перец? Перец. Но это натурпродукт. Это мягкий пелет, который производят сами утки. Посмотрите, они ели зерновые, дикие зерновые в полях и прилетели сюда, на озеро. Мы заметили, что они садятся на озеро. И подумали, что лучший способ прикормить диких карпов – приманить уток. Стайка уток села как раз в точку, где мы ловим карпа. Сейчас мы их напугаем, и они прикормят нам точку вот этим натуральным мягким пелетом. Отлично! Точка прикормлена! Идем ловить. Итак, пока карп не ушел с точки и не переел, в стиках у нас черный боярышник. В качестве насадки соурс и натуральный шиповник. Пора поймать дикого карпа. Ребята, наверняка дикие карпы любят местных диких червей. Посмотрите. Уже готовая волосяная оснастка. Половим и на это. Может, поймаем и не одного дикого карпа. Оставайтесь с нами. Ребята, озеро оказалось непростым. Никто не думал, что здесь живут такие монстры. Одна была поклевка на червя. Это что-то было невероятное. Мы не смогли остановить рыбу, хотя даже использовали очень жесткое удилище. Спортекс-катапульт 8-лбовый, чтобы рыба не ушла в коряжник. Вы видели здесь какие коряги? Мы ловили на грани. Но что делать? Рыба была мощная. Я думаю, что это за двадцатка. Это минимум за двадцатка. Вы видели все это своими глазами. Но все равно на мягкий пелет, на мягкий утиный пелет пришли дикие, но очень сильные карпики. Сталкинги – главный процесс. Главный процесс, и любая рыба дикая, это уже результаты достижения. Мы поймали несколько рыб. Они, конечно, не гигантские, но это трофеи. Это трофеи все равно. Будем отпускать их сейчас. Вы сможете насладиться всей красотой дикого, дикого карпа. Видите, какой он сильный, мощный карп, дикий карп. О, посмотрите, посмотрите на эту рыбу. Посмотрите, какая краска. А? Это дикий карп, который клюнул на шиповник. Видите, какой хвост? Они питаются шиповником.
как он играет на солнце. Отпустим эту рыбу назад. Занимайтесь карпфишингом, занимайтесь сталкингом. До новых встреч, друзья. И мы обязательно вернемся сюда еще за этим монстром. Смотрите «Сталкинг 3» на Николая Фишинг. Пока.